Вот ты где, Эцио. Что за серьезность? У меня день рождения. Правда? С днем рождения! Это чудесно! Чудесно? 10 лет прошло с тех пор, как отец и братья погибли. 10 лет я выслеживаю их убийц. Я так близок к цели, но... так и не понял, ради чего все это было затеяно. Может, ты и не понимаешь этого, но жизнь многих людей стала лучше благодаря тебе. Довольна об этом. Смотри, я принесла тебе подарок. Это декларация судового груза. Того самого корабля. Корабля на Кипр? Ты не шутишь? И угадай, когда он возвращается. Завтра. Эцио. Леонардо, когда ты вернулся? Только что. Мне нужно поговорить с тобой. Немедленно. Хорошо. Веселитесь. Надеюсь, это важно. О, да, да. Пойдем со мной. Не отставай. Две последние страницы кодекса. Я изучал их и... удивительно, как я раньше этого не заметил. Если сложить их вместе, то знаки на обороте складываются в слова. Вот. Пророк придет, когда вторая часть окажется в плавучем городе. Пророк. Только пророк откроет это. Две части Эдема. О чем ты? Эцио, что это? Леонардо, мы давно знаем друг друга. Кому верить, если не тебе? Давным-давно дядя Марио рассказал о скрытом в кодексе пророчестве. Оно приведет к древней сокровищнице, в которой хранится могущество. Серьезно? Но если ты забрал эти страницы у Барбарига, то, вероятно, они тоже знают о сокровищнице. Это плохо. Постой. Может, поэтому они отправили корабль на Кипр, чтобы найти эту часть Эдема и привести ее в Венецию. Когда вторая часть окажется в плавучем городе? Пророк придет. Только пророк может открыть сокровищницу. Боже мой! Когда дядя рассказывал мне о кодексе, я был слишком юн, чтобы понять. Но сейчас я понимаю, что это были отнюдь не сказки старика. Они убили Маченига, Медичи, моего отца и братьев. И все ради того, чтобы найти сокровищницу. Испанец. Родриго Борджа. Корабль с Кипра прибывает завтра. Я собираюсь его встретить. Удачи, друг мой. Итак, приветствую вас, друзья. Продолжаем прохождение Кредо Ассасинов. Вторую часть. Так, здесь мы не можем ничего. Так, это догонялки, не хочу гонять. Ремонт мостов продолжается. Пожалуйста. Будем искать, ждать точнее, испанца. Пойдемте на контрольную точку. Кстати говоря, давайте карту взглянем, может что-то появилось интересное, нет? Нет, ничего. Романия Форли. Угу. Так, нам сюда, но я, наверное, открою сначала эту точку. А может не открою? Не, открою, открою. Все равно надо ее открывать. Посмотрим, что у нас получится сейчас. Ой. Да что ж такое? А, вот где мы. Я понял. Мы как бы прибыли, но... тут надо еще... где? А. Берем сразу. Мне надо... центральный вход нужен. Не то чтобы центральный прям. Покажи-ка нам пару слов.
такая длинная игра. Макефа! Он в своем уме? Еще один бестолковый воин. Очень много сюжетных таких поворотов. Так, прибыли. Дядя Марио? Куда они его несут? Захватите груз корабля. Ух, ничего себе. Это же это, яблоко Эдема. Принимаем. Вот. Так, за курьером. Проследить надо. И не спалиться, наверное, да? Нам не сказали, что нужно... Где он? А, вот он. Зачем он это делает? Ненормально. Так, не потерять бы его. А что если обворовать его? А, на расстоянии, да? Близко нельзя. Угу. Республика выражает соболезнования. Это про смерть от клинка, про мстителя. Исцеляю всех божьих тварей. Оплатит он за страдания народа, не хочет он иного. У него есть все: оружие, доспехи, замки, так. Приборы. Куда же он идет? Облагаются новым налогом на содержание арсенала. Об усилении его ухмыльтия, от налога, нервы. Знаете, в полном веке указ. А, стоять. Можно нанять. Мы с тобой. Покажи им. Ладно. Хорошо. Не далее, как в прошлом. Остановитесь! Говняки! Так. И... Нет, он уходит. Показалось, что он это самое. Чуть не упустил. Сейчас боеприпасы сразу. Всегда рад, приходи еще. Обязательно. Так, там что-то есть наверняка. Да, есть там кодекс. Нужно синхронизировать точку. Главное не попасться на глаза ему, да?
Так, он уходит, уходит, уходит. Уверен, у меня есть то, что... Так, очередной. Мадонна дель Орто. Наверняка ты хочешь залезть на колокольню. Для синхронизации. Церковь Мадонна дель Орто построена в 14 веке монашеским орденом смиренных. Первоначально она была посвящена святому Христофору, когда в одном из ближайших садов Орто по-итальянски была найдена чудотворная статуя Девы Марии. Церковь переименовали. Фасад был достроен в 1464 году. Нужно. Может, в чулане или еще где? Так, 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 не теряем. Где он там по кругу гоняет? Может, я немного рассеянный, но кузнец я... Скажет тиран, что за дьявол идет? Артиста каждый может обидеть. Да что ж ты делаешь-то, а? Да, я не знаю, мне... Может, его надо обчистить? Господин ждет нас, и он не потерпит оплошности. Заверни это как следует, сейчас же. Испанец здесь? Это все меняет. Если я смогу проникнуть в этот отряд, занять место курьера, они приведут меня прямо к этому сукиному сыну. Так, у нас 90 минут. И нам надо пробраться туда. Почему? Ладно, я не хочу. Давайте попробуем. Минус один. У меня странное чувство. Черт, я не вижу. Отлично. Да, сэр. Это момент величайшей важности. Держите строй. Делайте все правильно. Так, ну пойдемте. Следуйте за стражником, не привлекайте внимания. Хорошо. Так, они меня тоже сопровождают. Ясно. Так, вот эти с ящиками дебилы. Пусть идут нафиг. Подходите, друзья, с тех пор, как открылись новые шахты, мои цены рухнули. Скиньте, скиньте, скиньте всем! Ой, сколько с ящиками этими ходят. Вам надоело сбивать ноги о камни? Вы не любите ходить с мокрыми ногами в дождливую погоду? Тогда приходите к Фацио. Он сошьет вам сапоги, о которых вы так давно мечтали. Долго идем? Интересно, куда? А, вот мы практически пришли уже по карте. Заколочено. Кого-то выселили. А где лекарь? Вот он, испанец.
Она точно у тебя? За тобой никто не следил? Абсолютно. Все прошло идеально. Мы выполнили приказ точности. Задание на Кипре оказалось сложнее, чем и предполагалось. Эцио, давно не виделись. Нет-нет, оставьте его мне. Родриго. Ну, и где он? Кто? Твой пророк? Похоже, никто сюда не пришел, Родриго. Сколько людей погибло ради этого? Ради содержимого ящика? И что? Никто не пришел! Ты утверждаешь, что не веришь пророка, и все-таки ты здесь. Ты не видишь его? Пророк уже здесь. Я пророк. Теперь отдай мне яблоко. Попробуй отобрать его. Угу. Интересно. Что мы с ним будем делать? На, отобрать не получается у нас. В рукопашку. Понеслась. Но на! Ух ты, крепкий. Вене, прендерми. Хорошо. Отлично. Давайте порубим его немного. Сейчас он убегать начнет, сто пудов. Кораджо! Сон... Крепкий какой, а? И это все? А где же все остальные? Остальные? Ты понятия не имеешь, да? Стража! Снова? Кто какие... Ага, вот этого убираем. Вот этого убираем. Сразу. От тебя даже праха не останется. Сейчас вот этого уберем. Нафиг не нужен, вот этот тоже. Так, поменьше. Хорошо. Так, надо убрать вот этого с копьем, потому что он довольно... Вперед, братья! Не готов. Маэстро де ла Тортура. Так, с этим разбираться надо. Все свои секреты. Его секреты, мои секреты. Давайте пока добивать этого. Ах ты. Вперед! Так, спокойно, спокойно, спокойно. Так, убираем его. Нафиг, он мне толком поднадоел. Чего ты ждешь?
под руку попался, прям классненько. Да давай уже сдуйся. Так. Дядя! Ха-ха, не бойся, племянник, ты не один. Лис, что ты здесь делаешь? Мы можем задать тебе такой же вопрос. Мы? Все вопросы потом, брат. Не дай бог же уйти с этим ящиком. Вперед! Снова этот. А сейчас вы умрете. Покажи, Майсо, мы с тобой. Подходи, трусы. Янка расколет еще парочку дерьма. Убираем его. Все усилия напрасны. Пророчество сбудется. Сокровище станет моим. Смотрите, друзья, наш Тенсо стал настоящим воином. Давайте контратакуем его. А в принципе, знаете, что мы можем? Как-то вот так вот. Отлично. Повторим это как-нибудь. Ну-ка. Хорошо. Ты проиграешь эту битву. Ты погибнешь от моей руки, как и твой отец. Война началась задолго до того, как мы с тобой вступили в нее. Так, чуть-чуть. Не-не-не. Но ты более не помнит. Похоже, ты многому научился. Брависсимо! Надо будет повторить как-нибудь. Так, отлично, отлично. Он один остался. Твоих братьев я убил для того, чтобы доказать, да какой что тамплиеры не знают жалости. Отцепись. Да. Ну, теперь пойдем. Да. С копьем бесполезно что-либо делать. Ну, давайте здесь его порубаем потихоньку. Он вроде здесь нормально. Крошится потихоньку. Это за моего отца. Уходит. Паула? Он ушел, но мы нашли то, что искали. Нет, я должен догнать его. В самом деле? Или ты здесь по другой причине, сын мой? Теодора, что? Что вы все тут делаете? Возможно, то же, что и ты, Эдсо. Надеемся увидеть пророка. Я пришел сюда убить испанца. Плевать я хотел на вашего пророка. Он так и не пришел. Нет. Но пришел ты. Что? Было предсказано пришествие пророка. И тут неожиданно появляешься ты. Быть может, ты и есть тот, кого мы искали. Коса, кто ты? Николо Ди Бернардо Макиавелли. Я ассасин. Хранитель древнего искусства защиты и развития человечества. Как и ты, и все находящиеся здесь. Вы все ассасины? Паула? Вольпе? Это правда, племянник. Все эти годы мы направляли и обучали тебя, чтобы ты смог вступить в наши ряды. Думаю, время пришло. Мы получили то, что хотели, но это еще не все. Встретимся здесь, на закате. Лашея вакин умутлак белкулум мункин. Это слова, сказанные нашими предками. Они лежат в основе нашей веры. Когда остальные слепо следуют за истиной, помни. Ничто не истина. Когда остальные ограничены моралью или законом, помни.
Все дозволено. Мы действуем во тьме, чтобы служить свету. Мы ассасины. Ничто не истинно. Все дозволено. Час настал, Эцио. Сейчас мы не столь прямолинейны, как наши предки. Но наша печать все так же вечна. Ты готов присоединиться к нам? Да. Эта боль скоро пройдет, брат. Как и многое другое. Бенвенуто, Эцио. Теперь ты один из нас. Пойдем. У нас много дел. А что так низко? Давайте повыше. Ну пусть будет так. Увидимся в следующей серии. Всем счастливо, всем пока и всем удачи.